Дорогие друзья, мое сообщение для тех, кто намеревается связать свою судьбу с анимацией и кто предполагает обучаться в школе-студии «Шар». На мой взгляд, на сегодняшний день эта школа одна из лучших, одна из интеллектуальных школ под руководством Андрея Юрьевича Коржановского. Но представлять этого режиссера не надо, все его знают, имя его известно, и фильмы его известны. И я полагаю, что личность руководителя определяет направление школы. Суть этой школы в том, что она сочетает в себе замечательные качества учебные и практической работы. То есть предполагается, что после какого-то определенного периода обучения, этот период может быть длиться год, может начаться работа практическая не только над курсовой работой, которая, как правило, всегда сопровождает учебу, но и может быть такой момент, что сама курсовая работа может стать частью производственного плана и может стать фильмом, который попадает не только на фестивале, но и попадает в прокат и обретает свое место. В чем состоит суть обучения? Оно соединяет, обучение соединяет и теорию, и практику. То есть теорию в том смысле, что, безусловно, студент должен обучаться не только навыкам, собственно, профессии, режиссуре и мультипликации, но он должен быть образованным человеком. Поэтому в учебный процесс включаются и такие понятия, как эстетическое воспитание, безусловно, история и теория кино. За недостатком времени, конечно, нет возможности посвятить этим дисциплинам достаточное количество часов, но здесь важный момент не только учение, но и самообучение. И, собственно говоря, наверное, один из моментов обучения включает в себя возможность или способность студента и необходимость его, студента, читать книги, которые бы помогали ему в понимании, что такое режиссура, что такое искусство. Хотя ответы на эти вопросы, они потом продолжаются на протяжении всей жизни, и в конце концов ты и не получаешь точного ответа, но ты живешь в пространстве культуры, что очень важно. В процессе обучения важны, конечно, сами идеи занятий, задания, которые тоже включают в себя в большой степени и не только технические моменты, связанные с мультипликацией, но такие моменты, как что такое понятие времени, что такое жест, что такое движение, но и понятия актерские, которые... Мультипликация – такое сложное искусство, что оно состоит и из моментов рациональных, то есть моментов расчета. Но самое главное, мультипликация – это и режиссура, это в большой степени актерское мастерство, внимание к актерскому жесту, к разыгрыванию мизансцены. Если уточнить этот вопрос, то в большой степени, если вы обучаетесь мультипликации, то мультипликатор является микрорежиссером, потому что он прорабатывает сцену и является по существу режиссером микроэпизода, в котором участвует сразу несколько персонажей. И этот момент, он очень важен для развития мультипликатора. И он в большой степени включает в себя какие-то режиссерские качества, через посредством которых в дальнейшем
мультипликатор может вырасти в профессионального режиссера. Так оно и происходило на киностудии «Сайзмультфильм», так оно происходит и сейчас. И вот в этом смысле, мне кажется, школа-студия «Шар» является сегодня одним из важнейших этапов в обучении, в подготовке профессиональных режиссеров, профессиональных мультипликаторов. Все остальное в ваших руках, дорогие друзья. Я желаю вам энергии для работы творческой, для энергии для поступления в эту школу и счастья, открытий, без которых, собственно говоря, не может состоять наша творческая жизнь. Будьте здоровы, желаю всем добра и света.